Меня зовут Алексей Кузнецов. Я приветствую всех. На сегодняшнем традиционном нашем обзоре рынков. И я хотел бы попросить всех тех, кто меня хорошо видит, хорошо слышит, поставить плюсы в чате, чтобы была возможность понять, все ли у нас хорошо с трансляцией. Вот. И второй момент. Те, кто пока еще не авторизовался, я вас прошу авторизоваться, чтобы была возможность общения хотя бы через чат. Пожалуйста, комментируйте, что-то говорите, в общем, как давайте обсуждать ситуацию, потому что на данный момент времени, ну как бы, да и всегда, в общем-то, ваше мнение иногда оказывается очень полезным, потому что я сам могу что-то пропустить. И вместе с вами мы, скажем, максимально полную картину ситуации, скажем, здесь осветим, и многим будет понятно, что же в этой ситуации можно сделать. Вот, так что, пожалуйста, проявляйте активность, пишите, и я буду очень рад вашим комментариям. Как обычно могу сказать, что все наши семинары, вот эти вот обзорные семинары, они выкладываются в соцсети, как обычно, для того, чтобы вы смогли к этому вернуться, еще раз их посмотреть и каким-то образом использовать. Вот. Поэтому где-то минут через 15 после окончания обзора все появится во всех соцсетях, в которых я обычно выкладываюсь. Вот, вижу ваши плюсы. Спасибо огромное. Ну что ж, в общем-то, сейчас видно по рынкам, что идет конкретное прямо ожидание данных из Евросоюза от Европейского центрального банка. Во-первых, ждут, каким образом и будут ли вообще изменены процентные ставки Европейским центральным банком. Ну и ждут каких-то комментариев главы Центрального банка Европы Марио Драги о том, что же они собираются делать в ближайшее время с ликвидностью евро. Потому что если они пойдут тем же путем, которым собираются идти Соединенные Штаты Америки, то есть сжимать ликвидность избыточную денежную, то, конечно же, на этой информации могут очень серьезно пострадать прежде всего товарные валюты. Если же такого не будет, то может, скажем, мы увидим достаточно серьезную коррекцию евро, потому что и так, в общем-то, я говорил о том, что сейчас по единой европейской валюте наблюдался очень мощный рост последнее время, прям последние пару месяцев очень такой агрессивный рост евро и агрессивное падение доллара было. Коррекции таких более-менее серьезных здесь не было, и поэтому я так думаю, что такая коррекция уже назрела. То есть, может быть, как раз сегодняшний день и послужит катализатором вот этого вот коррекционного движения. Ну, как говорится, посмотрим. Пока еще даже намеков на это нет, кроме как показаний индикаторов, которые говорят о торможении фактического действия, ну, пока вот текущего движения по евро-доллару вверх. Все какие-то вот мелкие откаты, которые сейчас есть, это пока лишь, скажем так, мелкие откаты и не более того. То есть они еще ни о чем серьезном не говорят. Если же все-таки информация будет достаточно серьезной, это может привести к значительному движению по единой европейской валюте и инициировать процесс распродаж евро против доллара и, соответственно, внести коррекции на другие сектора финансового рынка. Вот. Так что давайте будем ждать. Информация первая поступит в 15:45, дальше в 15:30 по московскому времени будет пресс-конференция. Ну и, в общем-то, в процессе этих событий может наступить какое-то движение. Поэтому сейчас рынки затаились, замерли. Ну и мы с вами тоже должны как-то к этому прислушаться, чтобы не ломать дров перед важными событиями. Так что сейчас лучше подождать, посмотреть, что будет. Ну, просто нужно иметь ориентиры для того, чтобы понимать, что если как будет куда-то движение, то есть что в приоритете находится, то есть куда можно торговать в контексте решений, принятых Европейским центральным банком. Так, давайте тогда переключаю на рабочий стол. Вижу, что все хорошо. Очень здорово. Кстати говоря, сразу же хочу сказать, что сегодня будет очень интересный клубный день, посвященный дискретным индикаторам, как помощникам нам в торговле, потому что они позволяют свести многие сигналы, скажем, воедино и настолько упростить систему анализа, что, в общем-то, ее, во-первых, можно объяснить пятилетнему ребенку, а с другой стороны, это позволяет нам самим не мучить голову над тем, какой же сейчас сигнал должен поступить.
То есть Алексей Ершов сегодня в 18:30 будет рассказывать о том, что это за индикаторы, как их применять, и приведет несколько примеров того, как все это можно использовать. Так что тоже я вас приглашаю. Не забывайте, пожалуйста, 18:30. Рассылка должна была вам прийти, но тем не менее, вы, если все-таки рассылки не было, вы можете это все увидеть с главной странички нашего сайта и вот, как бы, проучаствовать в этом клубном дне. Он открытый. Вот. Ну а те, кто смотрит из Нижнего Новгорода, соответственно, может и, скажем, лучше всего подойти в офис для того, чтобы принять участие в живом еще общении и вот этих, в этих кулуарных разговорах, которые всегда очень полезны. Ну ладно, давайте поговорим. Еврофунт, видите, пошла из треугольника, выросла раскачка. Значит, треугольник дал возможность выйти в безубытки пока, потому что, если честно, я не совсем понимаю, что же здесь будет. И поэтому вот от входа, если кто-то здесь входил, вот от уровня, да, сейчас есть возможность закрыться в безубытки, чтобы пока вот эту ситуацию уже как треугольник не воспринимать. Слишком много тут разнонаправленных колебаний для треугольника, и поэтому я его пока списываю, данный треугольник, сбрасываю как бы со счетов. Здесь можно и нужно обратить внимание вот на что. На недельном формате пока мы видим, что вот текущая свеча выше уровня 0.8850, а в частности 0.8876. Но мы видим, что до этого целый ряд свечей, то есть фактически сколько это недельный формат, считайте, 2 месяца, практически цена стояла на уровне 0.8850 и не могла его преодолеть. То есть это достаточно серьезный сигнал и признак того, что может быть откат. Мы видим, кроме того, на стохастическом осцилляторе была дивергенция. Вот мы видим на недельном формате. И мы видим, что была свеча поглощения, вот эта черная, которая обычно говорит о развороте. Но вот сейчас вот это движение, текущее движение вверх, может быть, как раз и окажется тем самым коррекционным движением, которое потом переломится. Цена может пойти вниз. И вот когда она пересечет уровень поддержки, вот тут будет хороший сигнал для входа на продажи. Вот таким вот образом. То есть, может быть, вот такое вот движение вниз. Тогда вот эту ситуацию можно будет, опять же, принять в качестве... Что тут такое будет? Так. Ну, практически тут будет тогда треугольник нисходящий. Может быть, так сказать, конечно, с крутой достаточно линией наклона, но тем не менее. Ну и даже если не брать фигуры графические в расчет, потому что здесь, так сказать, все такая ситуация очень, ну видно, просто раскачивает рынок, то, скорее всего, если цена пойдет вниз и пробьет вот этот самый уровень, будет достаточно глубокая коррекция, ну хотя бы, может быть, до 50% от этого большого роста. То есть если вот так вот уровни Фибоначчи тут раскинуть, то, ну хотя бы, например, к, вот не знаю, вот насчет сюда, может и сюда, то есть 0.8665, а может быть даже будет 0.86. Вот куда-то в этот район цена запросто может сходить. Так что тоже имейте в виду, и вот такая цель, в принципе, здесь реальна. Это если цена пойдет вниз. Евро-доллар. Я тоже говорил о том, что вот есть такой восходящий клин, там, может, некоторые называют его волной Вульфа, но дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, тут есть определенные признаки возможного, так сказать, тоже торможения движения вверх, потому что есть дивергенции, раз. Есть, видите, линия сопротивления, которая до этого была поддержкой. Вот я, мне вчера подсказали ее построить, два. Есть здесь же, смотрите, линии сопротивления недельного и месячного формата, три. И все сейчас происходит как раз на этой линии. Ну и кроме всего прочего, достаточно агрессивное восходящее движение, которое может запросто пойти в откат. И даже на дневном формате здесь, видите, тоже видна дивергенция по индикатору. То есть вот такая вот интересная история. И именно по этой причине я жду здесь разворота пока по евро. Может быть, не полного, но по крайней мере, значит, глубокой коррекции пока еще. Вот. Ну вот будет она сейчас или по какой-то причине она будет позже, вот сейчас пока сказать не могу. Теоретически может быть что? Сейчас пока можно себе представить, что, видите, все-таки вот до этой линии, до дневной, если по-правильному ее построить, наверное, все-таки, если по-честному, чуть-чуть пока еще не дошли.
Вот. И может быть еще отсюда движение короткое вверх, и уже отсюда может быть движение вниз. Какое-то вот такое вот. Почему бы и нет? И вот только после этого можно будет тут ожидать какую-то коррекцию. Потому что в общем и целом, конечно, вполне возможно движение еще куда-нибудь в уровень, к уровню 1.16, например, 1.16.20, 1.16.30, вот так вот, ну, как бы в контексте движения. Может будет, может нет, но может цена и сразу пойти вниз, в общем, никто не мешает. Может вот так вот произойти. Так что вот варианты развития событий такие, но я, если честно, не вижу какого-то далекого полета евро вверх, потому что не сказать бы, что тут что-то такое прям с политикой такое происходит интересное, что там Евросоюз просто у него там все слишком радужно. Тем не менее, Brexit еще висит пока над душой у всех, и несмотря на все разговоры о том, что его может быть еще и не будет, это пока еще вилами на воде писано. И я так думаю, что пока стоит не сбрасывать со счетов достаточно высокую напряженность в Евросоюзе. Вот. Двигаемся дальше. Индекс доллара тоже, смотрите, дошел до уровня Fibonacci 7.64, дошел до важных уровней поддержки и тоже в этой же самой связи может уйти вверх в достаточно серьезную коррекцию. Я думаю, что до конца лета здесь может вот такая быть консолидация, но тем не менее, скажем, началом этой консолидации может стать как раз вот эта, ну, ощутимая коррекция, ну, например, к уровню 96.50, вот куда-то сюда. Ну вот, как говорится, и посмотрим, что здесь может быть и с чем это все дело едят. Но в общем и целом тоже здесь вероятность восходящего движения имеется. Доллар-франк тоже, смотрите, в крупном дневном формате видно хорошо, что дошел до нижней границы нисходящего канала. И тоже, несмотря на высокую динамику, имеет все возможности для коррекции. Все возможности для коррекции. Вот. Как она здесь будет или не будет, тоже сказать сложно. Но вот, в общем, пока есть восходящий канал, пробилась верхняя граница этого канала. Ну и, в общем-то, цена вполне может сходить еще куда-нибудь в район 0,96. Вот сюда, в эту область. И после этого уже надо смотреть, что дальше, какие будут действия предприняты Европейским центральным банком. Потому что в общем и целом, видите, тут такое замедление есть. Вот особенно хорошо это на дневном формате видно. Видите, вот такое раскачка рынка. Две дивергенции. Даже какие тут две? Раз, два. Третья дивергенция идет около уровня поддержки, а это тоже достаточно серьезно, вот, для цены. И в связи с этим я предполагаю, что может быть рост доллара против швейцарского франка, против евро. В общем-то, к этому, в принципе, могут прийти. Британский фунт против доллара сейчас, мы видим, корректируется вниз. Вот, и по динамике очень хорошо видно на четырехчасовике. Смотрите, очень хорошо видно на часе, что тут происходит. То есть как-то, в общем-то, пока движение вниз-то оно в большей динамике происходит. И кто бы тут ни говорил, что Брексита может и не будет, но пока, в общем-то, особого доверия к фунту и особой популярности фунта пока не наблюдается, несмотря на то, что тут попытки были роста более-менее такие серьезные. Ну вот видите, как пока вот тот треугольник, о котором я говорил, пока, видите, здесь все застряло на уровне 1.30. Пока никак цена увязла в уровне 1.30 и не может его перейти никак. Так что в общем и целом, конечно, можно предположить, что цена вполне может пойти даже вниз тоже. Доллар, японская иена. Вот, пожалуй, единственное, кто тут хоть как-то доллар по отношению к чему подрастает, это к японской иене в последнее время. И то, как видите, не очень сильно. Но вот пробита уже, видите, линия сопротивления. Вот, четырехчасового формата. Цена дошла до уровня поддержки 50% Fibonacci. Ну и, как сказать, может это движение продолжится. Евро-иена ушла в боковик, и вот эта линия поддержки, вернее, была пробита пока в боковом движении. Это не самый сильный сигнал к продажам, но тем не менее, если цена сейчас уйдет вниз, здесь будет треугольник,
вот такого плана треугольник, сейчас я его нарисую. Линия так, и линия может быть вот так. То есть вот такой может быть треугольник. То есть смотрите, первая точка, вторая точка, третья точка, четвертая точка. И, например, выход вниз. Вот такой примерно может быть треугольник. И поэтому тоже обратите на это внимание, если будет падение евро, то по отношению к евро, к иене, по крайней мере, здесь может быть неплохой вход, вход на продажу. Так, дальше двигаемся. Австралийский доллар. Видно, что на крупном недельном формате специально показываю, цена пытается преодолеть как раз уровень 0,7835. Это крупный уровень сопротивления, до которого цена никак тут дойти не могла и все время задерживалась. Вот. Но тем не менее, сейчас попытка очень мощная преодоления уровня. Но вот смотрите, в дневном формате она может уйти, если, скажем, доллар начнет крепляться, цена может опять уйти под уровень 0,7835. И тогда, смотрите, в недельном формате здесь опять же останется только тень. То есть, скажем так, уровень создался, уровень протестировался, цена может пойти вниз. Вот будет ли здесь это или не будет, как раз сейчас и можно будет посмотреть. С другой стороны, здесь, если вот так по-честному взять, есть такой вот интересный как бы прямоугольник. Или такая зона консолидации, что ли сказать. Видите, зона консолидации, цена из нее как раз уже, можно сказать, вышла. Единственное, она вышла из этой зоны, но не преодолела предыдущие вот эти границы бокового диапазона. Поэтому будет ли здесь продолжение этого или будет заход? Я думаю, что если вот как раз эта неделя закончится падением и уходом опять под уровень, то вполне, скорее всего, это даже будет выход ложный вверх. И все закончится здесь падением. Вот надо опять же смотреть, может быть, сегодняшний день как раз и послужит тем самым критерием. Новозеландский доллар, видите, если австралийский рост, новозеландский просто стоял, уткнулся в уровень 0,7370 и начал откатывать. И, в общем, смотрите, по часовому формату тоже здесь мы можем наблюдать такое вот нисходящее движение. Трудно пока назвать его каналом, потому что здесь вот вершинка была смазанная. Но в общем и целом пока нужно в большей степени, я думаю, ждать какой-то коррекции по отношению к этому движению и уже от нее как-то заходить. Хотя вот если посмотреть на 4-часовой формат, здесь все очень, восходящее движение очень получилось сложным, очень таким раздерганным в разные стороны. И сказать, что тут какой-то переворот и там торговли, например, заняться с новозеландским долларом, я думаю, что более-менее надежным можно будет не ранее, чем пересечение вот этой вот линии поддержки. Линия поддержки здесь дневного формата. Вот. Пересечет цена, можно будет пытаться там торговать вниз. И аллигатор будет пробит, и линия. Не пересечет, ну, значит, тогда и бог с ним. Значит, тогда нужно будет искать и пытаться там входить в покупки, нежели чем в продажи. Ну вот с новозеландским долларом пока не так понятно, как вот с другими. Вот в австралийском, по крайней мере, заход сюда ознаменует от того, что это ложный выход и уже будет движение вниз. Новозеландский доллар тоже в связи с этим может дойти до линии поддержки, пробить ее, и тогда тоже надо будет искать сигналы на продажу. Пока это только самые-самые первые ласточки есть, а уже ясности пока здесь тоже мы не видим. Канадский доллар. Я вчера говорил о том, что в более крупном формате, видите, мы получили очень мощную и такую затяжную волну снижения доллара аж на 770 пунктов. Такие длинные волны вообще бывают редко. Я так посмотрел, были такие волны, они были редки на каких-то прям очень серьезных событиях. А сейчас мы видим, что нефть растет. В этой связи как-то на доллар оказывается давление определенное. Но с другой стороны, очень много спекуляций сейчас на нефтяном рынке. Одни пытаются добычу нефти нарастить, другие пытаются, скажем, сокращать добычу нефти. То есть, по сути, рынки эти отдают. А инвесторы мечутся между теми и теми. Непонятно, какие будут здесь последствия. Ну вот поэтому и канадский доллар вместе с нефтью активно растет. Даже более, чем
активно, я бы даже сказал агрессивно. И вот уже скоро может быть достигнута эти цель 1.24.62 по двойному каналу вниз от восходящего. А уже потом, я думаю, будет разворот и достаточно серьезный. Вот. Разворот, в принципе, или коррекция какая-то ощутимая может наступить и прямо сейчас, ну, как бы прямо сегодня, имею в виду. Тем более, видите, та граница, о которой мы с вами говорили тогда, цена ее преодолела уже, и в общем и целом, хоть она границу, конечно, преодолела, но пока еще не преодолел важный уровень 1.2675. Вот его преодолеть, когда можно будет говорить о развороте. Пока не преодолела, пока сидим, ждем и ничего не делаем. Промежуточный уровень 1.2652 цена должна преодолеть. Промежуточный. Так, нефть, смотрите, уперлась в важный уровень, опять $50 за баррель, вышла из треугольника, видите, вот треугольник, вышла из треугольников и застряла. Что это застревание значит? Это застревание перед продолжением, либо перед разворотом. Вот тоже такой интересный момент, и сейчас как раз в этом-то и есть интрига, потому что треугольник, да, по факту он есть, да, по факту он запустился, но видите, цена встретила более крупный недельный уровень, и вот такой вот часовой треугольник запросто может об этот крупный уровень сломаться, что мы пока и наблюдаем с вами. То есть неудивительно, если он сломается совсем, цена отскочит, пойдет вниз. Вот смотрите, золото, как я вчера и нарисовал, вот видите, такой фрагмент нарисовал, фактически так оно и случилось. Вот-вот образуется фигура голова-плечи. Видите, как раз сейчас на линии шеи цена топчется. Если эта фигура отработана, вернее, скажем так, сработает, то можно будет рассчитывать, опять же, смотрите, на укрепление доллара. И на движение вот сюда, к линии поддержки. И о движении к линии поддержки. Это значит, что американский доллар тогда будет расти. Ждем, как в часе или в четырехчасовике будет пробит вот этот вот уровень поддержки. Серебро, видите, тоже стало клониться уже к линии поддержки, находясь внутри канала. Но пока вот этот канал не пробит, говорите о каком-то развороте по серебру тоже, я думаю, пока преждевременно. Здесь не совсем понятно, видите, все движение очень миленькое. Короче, если пробьется вверх, видите, линия сопротивления, движение, я думаю, продолжится вверх. Если пробьется, цена подойдет к линии поддержки и оттуда будет отскакивать, опять же вверх. А если пробьет линию поддержки, ну, значит, тогда можно будет целиться уже на продажу серебра и покупку американских долларов. Рубль, смотрите, дошел до линии сопротивления и остановился. Тут уже какую-то болтанку рисует. Вот. Пока сейчас у рубля наблюдается консолидация. И цена пока никак из этой консолидации не выйдет. Ну, с другой стороны, стабильность рубля, это может быть даже и хорошо. Все тут ожидали падения рубля. Ну, вот видите, как-то он не больно-то и падает. Евро-рубль, в общем, похожая ситуация. На дневном формате тоже цена находится в восходящем канале. Цена преодолела важный уровень сопротивления. Сейчас находится пока над ним. И тоже, так, в общем-то, есть возможность и вероятность движения вниз. Может такое быть. Опять же, вот видите, тут типа голова-плечи образовалась, фигура и так далее. Ну, как образовалась? Пока еще не включилась, но образовалась. Нужно пробить и линии вниз. Вот, если оно будет, значит будет. Если нет, значит нет. Так, китайский юань немножко проигрывает американскому доллару. Но я так думаю, не сильно. Потому что здесь тоже структуры движения пока особо не вижу. Движение не структурное, какое-то оно такое размазанное все.
Хотя, в общем, по большому счету, здесь есть необходимые предпосылки, опять же, для роста американского доллара. Ведь уже максимум тут был преодолен. Может быть какая-то коррекция нисходящая. Вот. И потом продолжение восходящего движения. Вот как-то так. Почему бы и нет? Фунт-франк тут боковик. Фунт-австралийский доллар тут боковика нет. Но как-то тут не совсем тоже мне понятно, что именно происходит. Вот мексиканский песо, мы видим, что, как я и говорил, это уперлось в уровень поддержки. Сначала в один, потом в другой. И вот пытается откатывать. Но вот этот откат, он тоже какой-то очень-очень вялый и нестабильный. То есть вот верхнюю границу его обозначил, вот цена в нее ткнулась. А что будет дальше, я пока не знаю. В общем, какая-то такая примерно ситуация сейчас, коллеги. Я думаю, что... Я вам дал хоть какие-то более-менее такие нормальные ориентиры, и можно уже их будет использовать. Единственное, на что хочу, чтобы вы обратили еще раз внимание, на то, что сегодня вечером будет клубный день, 18:30, так что принимайте в нем участие. И хотел обратить внимание, опять же, на то, что сегодня в 14:45 будут процентные ставки по еврозоне, и в 15:45 будет пресс-конференция главы Центрального банка Евросоюза, это Марио Драги. Вот такая важная информация, важные события. Учтите, пожалуйста, в своей торговле. Всех вам благ. С вами был Алексей Кузнецов. До встречи на следующих семинарах. А следующий семинар будет, соответственно, через полчаса. Будем говорить про биткоин, вообще про криптовалюты. Каким образом с ними можно работать у нас в Альпари. Тоже очень интересная информация. Вот. Ну, а вечером будет клубный день. Ну, а завтра в 13 часов будет еще обзор завтрашнего уже дня. Может быть, сегодняшние движения принесут какие-то интересные конфигурации, и завтра мы их с вами разберем. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания. Всех вам благ и хороших профитов.